Прыгай, пожалуйста. Ты так, Ксюш, ножки подними, пожалуйста. Угу, спасибо большое. Хорошо. Ну ладно, давай сначала мы вспомним вообще, что там у тебя во рту-то. Слушай, у тебя зубы качаются, наверное, да? Угу. Молодец. Скрытый кариозный процесс, который во рту даже мы и не нашли. Да, но на профилактическом осмотре сделали прицельные снимки и обнаружили скрытые кариозные полости в одном сегменте, микрокариозные полости в другом сегменте и кариес в третьем сегменте. Начали с того, что самое значительное про разрушение. Вот, весь процесс вы увидите здесь.